Раз, два, три! Да, да умирай ты уже, козлин! Это сколько... Нет! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и наконец-то настало время для того, что я уже давно откладывал, но, ну, сделать это уже нужно. Мы возвращаемся в первую часть той истории Экзе. Обычный день для игрушек, просто обычный день для того, чтобы поиграть. Возвращаемся мы в нее почему? Потому что я еще ни разу в ней не получал хорошую концовку. Голова Вуди внезапно отвалилась! О, какой ужас, да? Верите, что время игр для закончилось? Энди послал Вуди на полку и совершил большую ошибку тем самым. Новый день отдаунился для игрушек, но что-то пошло не так. Короче, новый день для даунов игрушек пошел не так. Вуди исчез, и вот это вот хлебало, да. Значит, смотрите. Бедолага Энди поплатился за свою доверчивость. Товарищ Вуди Экзе выбрался из полки, на которую он его там поставил, и решил, что называется, продемонстрировать ему кузькину мать. Вот и продемонстрировал. Довольно неплохо. От Энди ни хрена не осталось. Теперь нам надо сделать так, чтобы от наших товарищей, за которых мы будем играть, а именно за База, за Хэма, по-моему, да, если я не ошибаюсь, и за Рокки, да, чтобы от них осталось все, что они из себя представляли. Чтобы они не сдохли. Надо как-то постараться этого достичь. Точно не знаю как, но я попробую. Давайте, Вуди хочет поиграть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, очень смешно, да, оборжаться просто. Понеслась. Сейчас посмотрим, как у нас Вуди хочет поиграть. А, за динозавра мы играем, не за Хэма даже. Чёрт возьми. Ну ладно, хорошо, начинаем за динозавра. Окей. Ой, помню, да. Помню эти звуки. Ой, давно это было, я первую часть истории игрушек на плохую концовку прошел, наверное, полгода назад или около того. Помню, помню, да, всю эту красота, как она звучала, потрясающе. О, ну кто-то там просто... Кому-то просто, не знаю, ну... Делают массаж! Да, во, я придумал. Кому-то просто делают безобидный массаж. Вот и все, что там происходит. Родители Энди друг другу делают массаж в соседней комнате. Блин, ты не можешь сбежать. Наверное, так. Привет! Ну, а это просто кому-то делают массаж и кого-то еще рядом тошнит. Ну, бывает. Ну, бывают такие события в жизни. Ну, вы сами понимаете. Иногда бывает, что вот ты... Вот кто-то пришел домой, выпил хорошенько. Водяры там с пивом смешал, не знаю. Что-то ему блевать прям тянет, он начинает блевать. А потом ему раз и хочется массаж. Ему делают массаж в это время. И он одновременно блюет и делает массаж. Ну, обычное же дело, в конце концов. Шо? Что? А ну, а еще раз по-русски. Да хотя бы по-английски уже, черт с ним, уж хоть как-нибудь. Как не давно мы с тобой виделись, импишный ты динозавр. Я думаю, я в настроении для жареной картошечки. А, сейчас за мистера картошку будем играть, да? Так, смотрите. Он вроде не очень быстрый, он так довольно умеренной скоростью передвигается, да? Не то, что это было в Crazed Edition, я помню. В Crazed Edition он прям носился, как угорелый. Как будто у него в картофельной жопе шило. Это мисс миссис Картофелина, наверное. Это она. Я узнаю ее ведьминский голос. Она такая, типа, дорогой, где сегодняшняя зарплата? Наверное, спрашиваете. Оба, бас горит. Смотрите. Опа. Привет. Ну, по крайней мере, это не миссис Картофелина. И то хорошо. А то мозги пилит каждый день за манал уже. Давай. Ты вообще хотя бы старался, в конце концов. Так, сейчас будем играть за кого? А, вот, за Рокки будем играть. И вот, наверное, что-то за тех выжить не удалось, на самом деле. Может, за Рокки удастся. Давайте попробуем за Рокки выжить. Выжить за Рокки. Понеслась. Вот такая вот у нас будет миссия. Кстати, может быть, между прочим, так хорошая концовка и получается. Может быть, надо только за Рокки-то и выжить, в принципе, а за остальных-то и хрена с два. Я на это надеюсь, конечно. Я на это очень надеюсь, рассчитываю, и пусть оно будет так. Все, 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 стоп. А теперь бежим. Теперь, наверное, бежим, да? Куда-нибудь отсюда подальше. Так, так. И что, и удастся? И удастся протянуть таким образом? Ты бы хоть ускорялся немного, товарищ. Что ты такой тормозной? Тык, тык, так, он даже не прыгает. Смотрите, все нормально. Вот так и должно быть, наверное. Сбежали, правильно? Четко. Этого не должно было случиться. О, блин. Ну, я по-прежнему могу с тобой повеселиться, Рокки. Не волнуйся, я о тебе не за... Не забыл о тебе, Декарт. Еще опять Вуди опять станет меня. Рокки, убей Рокки, не трогай меня. Ничего мне тут, ковбойское рыло какое-то сейчас еще придет тут. Не хочу. Ты жалкое создание. Ты дошел так далеко, но не пройдешь дальше. Не до тех пор, пока я рядом. Декарт, почему ты продолжаешь пытаться?
Ну, ролик мне надо заснять, чувак. Ну, показать ребятам, вот как бы, что можно и хорошую концовку тут получить. Это вот и стараюсь пытаться. Что тебе вообще не нравится, а? Это закончится плохо для тебя. Что, прям для меня, что? Отстань! Убери свою рожу! Я закончил с тобой играться. Теперь я тебя уничтожу. Но я дам тебе еще одну последнюю попытку. Ты хочешь присоединиться ко мне? Даже не знаю, может поп... Нет, не хочу. Отлично, я так или иначе тебя уничтожу. Если я скажу да, то просто конец игры, все, он меня сразу убивает, по-моему. А вот, да, да, так было в Crazy Edition, по крайней мере. А вот я говорю ему нет, и сейчас будет битва, наверное. Ты думаешь, ты сможешь победить меня? Ха-ха-ха, ты жалкое создание. Так, понеслась. Надо мочить ту падлу. Так, тихо. А как мочить-то его, собственно? А, надо прыгать по нему. Все, я вспомнил. Так, тихо. Вот музон. Музон довольно противный, на самом деле. Оп. Хорошо, 3 раза наступили. Нет, блин, я умудрился просрать. Похоже, все твои друзья мертвы. Какой позор. Только все стало интересным. Мне больше не нужно тобой пользоваться, Декарт. Тебе нет пользы. Больше не хочет мной пользоваться. Игра окончена. Сейчас перепройдем, все будет нормально. Смотрите, знаете что, меня кое-что немного пугает в этой игре, на самом деле. Дело в том, что тут молнии вот эти вот хреначат. Они хреначат прям, знаете, в рандомных местах совершенно. Вот смотрите, вот сейчас молния будет. Видите, вот она в рандомном месте захреначила. И отметить надо вот что. Я тут уже умер, наверное, раз 5 или 6 или 7 или около того. И я залез в YouTube посмотреть, кто как это проходил. Никто не прошел, ребята! Я не могу найти человека, который это прошел на YouTube. Серьезно, я старался, у меня не получается. Вот дольше всех продержался чувак, который вот так вот летал вот за... Прямо за Вуди, понимаете? Вот так вот он летал. И то он продержался, его там по-моему все равно молния шандарахнула. Она рандомно тебя шандарахает, понимаете? Невозможно предугадать ни хрена. Как тебе повезет? Повезет, не повезет. Вот такая вот игра, реально. Повезет, не повезет. Вот так все устроено. Такой вот геймплей. Вот что хочешь с этим, то и делай. Как хочешь, это так и воспринимай. Вот, пожалуйста, об этом я и говорю. Вот об этом я и говорю. Я просто прыгал у него на голове, вы понимаете? Это... В принципе, то, что ты обязан делать. Ты обязан прыгать у него на голове. Для того, чтобы его победить. А тебя в это время шандарахает молния. Вот так. То есть, автор игры, он даже не озаботился о том, чтобы в этот момент ты хотя бы был неуязвим. Никто на Ютубе, по-моему, не прошел эту битву. Я открыл канала 3, 4, 5, наверное, около того. Все подыхают и кричат «Fuck this!» или что там. Ну, один, по крайней мере, кричал так. Короче, не знаю, ребята, я не знаю. Давайте, наверное, тогда попробуем, ну, что сделать. Попробуем сказать ему «да», потому что «а куда мы денемся?» Вы понимаете, что этот сволочь тебя драконит просто по-всякому, как ты не старайся. Вместе мы уничтожим остальные игрушки. Включая тебя, Рокки. Ну, конечно, ну кто бы сомневался. Я должен был сказать тебе, что я не делаю никаких предложений. Очень жаль для тебя. Прощай, Рокки. И снова Рокки визжит, как какая-то просто истеричная баба. Хоть бы ты, я не знаю, умирай достойно. Ты такой здоровый качок. Что это за поведение? Похоже, все твои друзья мертвы. Какой позор. Только все стало интересным. Ты мне больше не нужен, Декарт. Да, смотрите, короче, есть один чувак, который все-таки с этим справился. Вот здесь вот он стоял всю дорогу и вроде как выжил, то есть, насколько я понимаю. Так, сейчас, подождите, вот стоим, продолжаем тут стоять. И теперь, видите, вот так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, оп, хорошо, снова сюда. Так, сейчас он пошел туда, и потом он упадет вниз. Вроде бы такая последовательность, насколько я понял. Так, вот стоим тут, отдыхаем все спокойненько, стоим. Расслабляемся прям нормально. Теперь вот раз, два, три, четыре. И опять обратно сюда. Хорошо. Да, вот тут вот вроде получается безопасная зона. Я не знаю, может ему везло просто он... Может ему просто везло, он тут стоял, его не трогало. Но вроде как тут зона относительно безопасная. Так, давай-ка. Раз, два, три, четыре. Оп, и назад, сюда. Хорошо, смотрите. Я думаю еще один раз так сделать, и все получится. Блин, если это так, я буду очень счастлив, ребята. Если действительно еще один раз так сделать и все получится, я буду очень доволен, ну серьезно. Так, оу, хорошо, так, стоп. Раз, два, три. Да умирай ты уже, козлин, это сколько... Нет! Почему? Да там уже оставалось-то, я уверен. Говно-то тупое, а ты посмотри.
Есть! Есть! Наконец-то! Сволочь ты такая, сдохни! Ура! Да, я один из немногих, получается, наверное, кто это сделал. Ну, я, конечно, не знаю, может есть еще какие-то каналы, но я только один нашел. Я сделал это, я вот сам сижу сейчас, чувак, Рокки, я сам, поверь мне, я обалдею. Я не могу поверить, что я это сделал. Господи Иисусе, вы понимаете, вот я вам сейчас такой небольшой факт расскажу. Каждый раз, когда ты умираешь, ты начинаешь заново. Я сегодня прошел от начала и до вот этой битвы игру Toy Story XZ около 10 раз. Минимум, это прям вот, знаете, скорее всего 15 или что-то там, я уже хрен знает сколько сижу и перепрохожу с самого начала. Вот за динозавра, за картошку, потом за него, вот это все, вот это я смотрел 10 раз минимум, и я наконец-то это сделал. Лежит это дохлое говно. Яху! Комната теперь стала снова нормальной. Спасибо, Декар. Да уж, пожалуйста, блин, уж всегда рад, блин, потратить, не знаю, минут 40 минимум своего времени, или сколько это длилось. Но все мои друзья по-прежнему мертвы. Бедолаги. Но, с другой стороны, я преподал этому Вуди урок. Да, мертвое тело Вуди. Возможно, мне стоит от него избавиться. Он все равно же не вернется, потому что я его устранил. Ну, конечно же! Дебил! Дебилушка ты тупая! Ну, что ж ты? Уже, вот, представьте, через такое говно пройти, и все, по сути, напрасно. Продолжение следует. Enter? Нет, все, просто продолжение следует. Даже не написали good ending, в конце концов. Но это же good ending. Ну как, ну насколько он good? Насколько он good? Он не сильно good, потому что наш главный герой, Рокки, этот дебил полный, блин. Он оставил этот труп, блин, типа, и думал, что все будет хорошо. Ничего хорошего не будет, понимаешь? Продолжение следует в плохом смысле. Вуди тебя отдерет. Ну и мы это уже все знаем, потому что мы уже прошли все доступные на данный момент части Toy Story XZ. Вот только вот первую часть я хорошую концовку не смотрел. Вот я ее посмотрел. Проделал, миссия выполнена, как говорится. Я прям груз с плеч на самом деле, потому что я уж сомневался, что у меня получится. Слава богу, нашел канал этого чувака, который это все-таки сделал. Я не помню название, оно какое-то мудреное. Ну, не суть. Значит, так, что скажем? Скажем, наверное, напоследок, попрощаемся с Woody XZ, попрощаемся с Toy Story XZ, в принципе, потому что уже на этом все. Я прошел все, что можно было пройти в рамках этих игр от Oldum 77. Там как бы еще вот третья часть, она только в демо-версии, она будет обновляться. Вот будем ждать. Вот когда обновится, и если, я подчеркиваю, обновится третья часть Toy Story XZ, тогда мы вернемся в эту отбитую вселенную. А так пока что остается только сказать пока. Прощай, Вуди, прощайте, ребята. И на этом, получается, на данный момент все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям об этом видео, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.